Здравствуйте, меня зовут Анна Португалова, я директор благотворительного фонда Downside Up. Фонд Downside Up уже больше 22 лет оказывает бесплатную педагогическую, социальную и психологическую помощь людям с синдромом Дауна и их близким. Мы стремимся к тому, чтобы люди с синдромом Дауна в России имели возможность учиться, работать, заниматься любимым делом и находили свое место в нашем обществе. Но это, во-первых, условия изоляции, изоляции с особым ребенком. Тот факт, что у ребят с синдромом Дауна не было очных занятий, не было возможности общения со сверстниками, и дистанционное образование в коррекционных школах не было отлажено. Сложно очень было перестроить наши занятия, которые имеют определенную методику, план, на дистанционный формат, чтобы оно оставалось эффективным. Мы вынуждены были отменить многие фандрайзинговые мероприятия, у нас упал поток пожертвований. Это стало угрожать и финансовой стабильности фонда. Понимая необходимость, острую необходимость семей в дистанционной поддержке, мы постарались перевести все очные форматы поддержки в заочные. Также мы усилили именно общение специалистов с семьями, очень много контактов с семьями, часто нужно было даже просто человеческое общение. Такие формы работы, они открыли новые возможности. Например, мы смогли присоединить к нашим форматам региональных участников из разных городов, и это было очень полезно и ценно, и мы хотим это продолжать делать. Мы провели фандрайзинговые мероприятия онлайн. Наши стандартные мероприятия офлайн, например, как наш театральный фестиваль, мы провели онлайн, и в результате в нем смогли поучаствовать гораздо больше участников из разных городов, и мы получили очень много зрителей в онлайне. Мы также начали дистанционные курсы и прямые эфиры в соцсетях и получили огромный большой отклик от семей. Любое сложное время надо стараться воспринимать как вызов и как открытие каких-то новых возможностей, возможностей для развития и роста. Всем спасибо! Если видишь, если вы сами это видео, не забудьте поставить лайки и подписаться на наш канал Downside Up! Мы будем продолжать это делать. И всем желаем успехов!